Нам известно, что корейцы использовали подобные бочки для транспортировки ядерных боеголовок. Похоже, дело серьезное. Так, вижу два джипа. Смотрите, не напортачьте. Вижу два стола. Соединение с их подкреплением. Они явно вражеского производства. Необходимо их уничтожить. Направляется на берег. За ним тащится бронетранспортер. Вижу две машины с людьми и корейский десант. Ну какого черта? Просто уничтожьте к чертовой матери всю эту толпу. Корейские грузовики движутся к побережью. О'Нил, слушай внимательно. Я не планировал действовать в одиночку. Нужно снаряжение. Что у тебя есть? Сейчас я пошарюсь в их сети. О, господи! На побережье тебя ждет шикарный запас взрывчатки. Ну, начинается. Давай, давай, давай. Отлично, сняли одного. Что, хотите сказать, что опять сейчас тормоза будут меня доставать? 5 до 20 кадров все почему-то упало, я не понимаю почему. Эта игра явно... Поздравляю, вы облажались. Не хочет, чтобы... Снимали. Кошмар, ладно. Я не знаю, мне каждые 3 секунды придется перезапускать фрап, чтобы в дрова не скатывались кадры. Это будет весело, если будет так. Черт! Черт! Что за... Откуда, мать его? С вертолета, что ли, или что? У меня явно против вертушек ничего из оружия нету. Поэтому придется мне не сладко, если что-то. На стоянке два джипа. Спасибо, парень! Ты такой прям? Или это псих сказал? Неважно, короче, все в этой игре больно умные. Очень больные и очень умные. Какого здесь творится вообще? Кто там посмел в меня стрельнуть хоть раз? Сразу скажу, что ты пидо... Кто там? Кто там? Кто там такой умный, а? Господи, танк! 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 Человек! Танк! Давай, сноси его! Авиация, черт возьми! Корабли, флот, Америка! Где все? Что происходит? Почему никто не приходит мне на помощь? Черт возьми. Черт возьми! Я из-за этих тормозов не могу сосредоточиться на комментариях. Я вынужден думать, почему все тормозит, а не почему меня убивают. Так. Прекрасный пейзаж на картине. Какого? Спасибо, я заметил! И что мне с ним делать? Сейчас у меня я нету, этот нету, лодочный сарай. Нету, нету. Берегите шрапнели. Зачем лодочный сарай? Черт, ты бы лучше занялся бы делом и разнес бы этот бронетранспортер. И что если это бронетранспортер? Он же не зенитный. Правильно же, он не зенитный. Не зенитный! Господи, куда бежать-то? Туда? Что? Где тут вообще? Есть хоть что-нибудь? Со всех сторон палят, а? Что-то вас слишком много. Вы что, китайцами себя возомнили, что ли? Вы всего-навсего корейцы! Коммунисты, блин. Третья по величине армия в мире, или какая там, пятая, а вот и ракетница, отлично. Акбоньк? Я слышал знакомое слово. Где враг? Вот враг, получи. Я тебя трижды умолять не буду. Да и даже единожды умолять не собираюсь. Пожалуй, я просто прострелю твою наглую голову. Ну, один есть. Один гранатомет есть. Можно выстрелить в этих прекрасных крабов.
Иди сюда, иди сюда. Оп. Сейчас я раздавлю этими клешнями этот долбанный бронетранспортер. Кто там нарывается, а? Кто там нарывается? А ты нарываешься? Получи. Запуск реактивного краба произведен. Это минус один. А, ну тут остальных-то и нет, насколько я понимаю. Что мне нужно-то было в этом сарае? Хотя лодочный сарай — это слишком сказано, потому что мне бы такой сарай. Драгон краб ресторан. Дракон краб. Блин, что я здесь делаю, а? Нет, два пистолета мне уж точно не нужно. Взрывчатка, взрывчатка, взрывчатка. Почему не берется? Дробовик. Что, что нужно? Что нужно? Подобрать это, что ли, или что? Что тут нужно? Съесть банан, выпить чашечку кофе или что? Захватите базу корейцев. Я все захватил, ни одного корейца в живых не осталось. Что вы от меня хотите? Я даже могу сесть за пулемет и немножко тра-та-та-та сделать. Или что вам нужно, я не знаю. Никого нигде я больше не вижу. Лично. Может быть, у меня зрение плохое, да, но не важно, но и... Придется поискать во всех домиках, видимо. Ребят, вы тут не замечали стрельбу и вообще ничего подозрительного не слышали, не видели, а? Или кто-нибудь там дрыхнет, может, я не знаю. Без задних ног. Какое оригинальное постельное белье. Нет, меня явно кто-то видит. Судя по показателю заметности, но почему-то по мне никто не стреляет. Ну выстрелите в меня. Дайте мне на водку или на пиво, я не знаю. Кто-нибудь. Может быть, здесь кто-нибудь есть. Может быть, в этом... Нет, я здесь, по-моему, никого не убивал. Или в доме, может быть, я кого-нибудь пропустил. Или катер, может, там плавает. Отлично, псих. Думаю, наша работа здесь окончена. Какого хрена? Метка вообще не здесь стоит, твари. Вы меня обманываете. Вижу три самолета. Направление 150-25 на высоте 450 вправо. Мимо. Готовлю ответ. Иду направо. Ну давай, давай. Давай, до свидания. Иду налево. Пытаюсь стряхнуть ее. Черт. Я подбит, левый двигатель отказал. Сьерра-2 погиб. Повторяю, Сьерра-2 погиб. Ох уж эти сверхсовременные американские истребители. Шорлиф, я не знаю, как это переводится. Так называется следующая миссия. Конечно, без слов о том, как я не знаю, как это переводится. Ладно. Такое ощущение, как будто тут велись археологические раскопки, а не самолет упал. Почему-то он сразу оказался всем фюзеляжем в земле, я не знаю. Странно, как будто он вертикально падал, как лифт. Сейчас посмотрим, что к чему. Crysis 3. Разве не такая графика там, а? О, какая прелесть. Псих, это Эмерсон. Мы получили информацию, тебе стоит взглянуть. После взрыва ракеты камера О'Нила прекратила передачу, но на последних кадрах мы успели кое-что. Что за камрип качество? Принял, босс. Как будто школьник летсплей на мобильник снимает. Не могли фотик получше достать. Максимум брони. Охладимся. Мы уже засекли аварийный маяк О'Нила. Задача номер один – контейнер. Те снимки могут дать ответ на вопрос, что в нем и куда его везут. Из радиопереговоров корейцев следует, что они собираются обследовать разбившийся самолет. Ты должен добраться до него раньше них. Мало ли что я там должен,
Вообще-то я хотел искупаться в одной из этих прекрасных луж. Кто-то против? Но вот теперь с 30 кадрами я и могу, в принципе, походить по лесу. Да ничего там не было, что ты... Маскировка. Что вы сразу там, там что-то было? Кто-то меня заметил, короче говоря. Никто не хочет сегодня умереть, а? Лично я как-то не испытываю желания. А кто-то, видимо, хочет. Кто-то, видимо, хочет. Почему-то опять какие-то лаги пошли. Интересно. Максимум брони. Чё ты разорался? Людей разбудишь. Гусей, лис, панд. Кто здесь может водиться? Всех разбудишь. Не ори. Прошу помощи. Ответьте, командир. В такую погоду только спать. Запрос принят. Подождите немного. Передаю его в эскадрилью. Отбой. Понял. О'Нил, ты это сделал? Что значит я это сделал? Еще бы я этого не сделал, черт возьми! Сьерра-2, это командир. Направляйтесь к точке сбора танго Папа-7-0. Никак нет, командир. Это место кишит корейцами. Пришлите спасательный самолет. Отказано, Сьерра-2. Ваш приказ? Вашу мать! Я один с пистолетом против целого отряда корейцев! Вашу мать! Вы задолбали разговаривать! Следуйте полученным приказам, Сьерра-2. Честно! Я скоро буду, приятель. Без паники. Псих. Камера должна быть на катапультируемом кресле пилота. Доберись до нее прежде, чем корейцы ее уничтожат. Ребят, я тут воевать пытаюсь, а не дом 2 развожу. Господи, сколько можно этих диалогов-то? Зачем? Сиденье, там сидушку, я не знаю, от унитаза сидушку. Хотите, принесу? Только, блин, не болтайте. Чертов кореец. Что такое? Кто там в попу мне дырявит? Я не просил сливного отверстия. Пока что я никуда в туалет не хочу. Господи, их здесь реально тьма тьмущая. И это ведь еще не все. Это автомат с задержкой стреляет с дикой, как будто пинг какой-то. Полсекунды. Ну ты парень дал. Какая подмога? Кто там? Не дыми. Не надо подмогу, ребят. У меня патроны не тю-тю. Ну вот, позвал подмогу. Засранец. Харе деревья рубить. Я из Гринписа. Выходи, дровосек. Зачем ты? Пилишь деревья на дрова, пили железо на дрова. Распили свою семью на дрова, но не деревья. Зачем трогать деревья? Давай. Катай меня в пыли, если ты так хочешь. Катай меня полностью. Я хочу, чтобы ты катал меня. Покатай меня. Не знаю, во что я стреляю. Ни во что я, оказывается, не стрелял. Вот половина патронов как не бывало. Панты! Отлично. Вроде всех прикончили на этот раз. Патронов как не было. 129 осталось. 128. Ну еще обойма, конечно. Конечно, еще обойма. А дождь все так же идет. Ему насрать абсолютно. На все то, что здесь происходит. Где все эти трупы? О! Они тут пикник развели, а? Наглые. Граната. Максимум. Надо было... О, у меня 16 гранат. Где я столько набрал?